Привет, друзья! С этими ребятами никто бы не хотел встретиться лицом к лицу. Только читая о них, уже можно содрогнуться. Они словно кошмар, который ожил и попал в нашу реальность. О ком же идет речь? Речь идет о самых ядовитых животных в мире. Именно о них я сегодня расскажу вам в рейтинге топ-10 самых ядовитых животных в мире. Не стоит их недооценивать, ведь они очень опасны. Рыба. Камень. Она же бородавчатка. Своей красотой эта рыба вряд ли кого сразит. Но есть в ней то, что людей сражает на повал. Она считается одним из самых ядовитых животных в мире и небезосновательна. У нее есть спинные плавники, на поверхности которых она и хранит свой яд. Нужен он ей для защиты. Но если вы случайно где-нибудь в Тихом или Индийском океанах, например, случайно на нее наткнетесь, то вам мало не покажется. Соприкасание с рыбой камень вызывает нестерпимую боль, от которой не то что на стену лезть хочется, а сразу ампутировать место, которое вступило в контакт с ядом. На 9-м месте самых ядовитых животных в мире стоит улитка конус, она же мраморная. Эта крошка настолько ядовита, что убить своим ядом человек этак 20 для нее расплюнуть. В лучшем случае место соприкосновения с улиткой опухнет, онемеет или почувствуется боль. Но это в лучшем случае. А что же будет в худшем? Паралич органов дыхания. На 8-м месте самых ядовитых животных в мире стоит рыба фугу. Она считается деликатесом. Для того, чтобы готовить эту рыбу, повар должен обучаться десятилетиями. Если при обработке рыбы были задеты или надрезаны внутренности, то она в пищу не годится. Употребление малого количества неправильно приготовленной фугу может вызвать легкие галлюцинации. А если вы съели чуть больше, то летальный исход вам обеспечен. На 7-м месте самых ядовитых животных в мире стоит банановый паук. Этим паукам не живется спокойной жизнью. Вместо того, чтобы плести паутину, они вторгаются в жизнь человека, незаметно прячась в обуви, одежде и в бананах. Из-за укуса этого паука погибло немало людей. Благодаря этому бананового паука занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого ядовитого паука на планете. На 6-м месте самых ядовитых существ в мире стоит австралийский осьминог. Размер этого симпатяги примерно как у теннисного мяча. Синий кольцевой осьминог, так его еще называют, во время проявления злости приобретает неповторимой красоты внешний вид. Сияет ярким синим цветом. А теперь подумайте о том, насколько он опасен. Его яд способен лишить жизни примерно 26 человек. Воды Японии и Австралии – это места его обитания. Встреча с этим осьминогом несет за собой неприятные последствия. Потери зрения и удушья. Противоядие пока еще не существует, поэтому стоит вовремя обратиться в больницу. На 5-м месте самых ядовитых существ в мире стоит лягушка-древолаз.
пятерке рейтинга самых ядовитых животных в мире находится такое, казалось бы, безобидное создание, как лягушка. Вот только с ней не поиграешь. Уж поверьте на слово. Если вы все же захотите проверить, то учтите, что за 5-сантиметровой красавицей скрыта ядовитая сущность. От этого яда могут лишиться жизни 10 человек. Этим пользовались древние жители Южной Америки, обрабатывая наконечники стрел, предназначенных их врагам, ядом лягушки. На 4-м месте самых ядовитых животных в мире стоит тайпан. Она же жестокая змея. Основной целью этой змейки являются мыши. На них-то она и выплескивает весь свой яд. Пострадать от нее могут примерно 250 тысяч мышей. Но если жертвой станет человек, хочется внести маленькую ложку меда в бочку с дегтем. Тайпан – трусливая змея, поэтому часто она скрывается. После укуса есть час на ввод противоядий. Если не успеете, то возможен летальный исход. Поскольку яд тайпана в 200, а то и в 400 раз сильнее, чем яд устрашающей кобры. На 3-м месте самых ядовитых животных в мире стоит скорпион Лейрус. Обитает этот славный малый в Африке и на Ближнем Востоке. Яд этого скорпиона содержит внушительную дозу нейротоксинов и может при попадании в кровь человека привести не к самым приятным последствиям. Что же ждет беднягу? Началом будут сильные боли, за ним последует лихорадка и кома, затем паралич и, как итог, смерть. На 2-м почетном месте самых ядовитых животных в мире стоит королевская кобра. Эта змея – гроза не только для людей и животных, но и даже для своих сородичей. Это самая длинная змея, порой достигающая 5 метров в длину, не брезгует есть других змей. Что касается животных, то своим сильным ядом она может убить даже слона, особенно если попадет ему в хобот. Самое уязвимое место. Для человека укус этой кобры может оказаться смертельным. Считается, что королевская кобра не самая ядовитая змей, зато в ней очень много яда, больше, чем в остальных. Да, такой змеи стоит опасаться. На 1-м месте в мире среди самых ядовитых животных стоит куба-медуза или морская оса. За миловидной внешностью скрывается безжалостный убийца, который безнаказанно в течение 60 лет лишал жизни 6 тысяч человек. Конечно, это не была одна и та же медуза. Речь идет о кубомедузах в целом. Яд этой медузы по праву считается самым сильным. Морские воды Австралии и Азии – вот места ее обитания. Чаще всего те, кто встречается с кубомедузой, обречены на смерть. Боль от соприкосновения с ней настолько нестерпимо сильная, что люди либо тонут, либо сразу же умирают от остановки сердца. Спасением от ожога может стать уксус. Но назревает хороший вопрос – где в воде найти уксус? Но бывали случаи, когда люди, как говорится, отделывались легким испугом, и на теле только шрамы оставались. Тут уж уксус свою роль сыграл. Вовремя обработали ожог, и за несколько недель вам стало лучше. Но такие случаи – это редкость, к сожалению. Друзья! На этом мой обзор по самым ядовитым животным в мире подошел к концу. Спасибо за просмотр. С вами была Виктория. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем успехов и пока. До новых встреч!